Кто из ваших ребят грамотный? Этот умеет писать, а этот читать. Двое? Да, два. Не двое? Да, два. Только а вообще в банде? По банке, по-моему, из 400 человек еще двое. Вот если бы наша съемочная группа вот в таком составе попалась бы вам еще позавчера, когда вы были еще в горах, что бы вы с нами сделали? Совсем недавно мы свято верили в то, что защищаем зеленое знамя ислама и вели священную войну против правительства неверных. И если бы мы захватили вас в горах, то наверняка сделали бы то, что делали обычно с нашими врагами на протяжении многих лет. Отрезали бы вам уши, а затем отрубили бы головы, а потом продали бы все это. Да, продали бы. А сколько вы бы получили денег? Простых крестьян, поддерживающих народную власть, мы просто убивали, потому что с них нечего взять. А за головы советских мы получали приличную сумму в долларах, пакистанских кальдарах или в другой валюте. За вашу голову, например, нам бы дали 10 лаков, то есть миллион афганей. Что побудило вас стать на сторону народной власти? Мы, наконец, поняли, что все эти годы воевали против своего народа. И все из-за того, что мы долго не могли понять, что же действительно происходит у нас в Афганистане. Мы словно ослепли и оглохли. Нас постоянно обманывали. Обманывали прежде всего американцы. Им это выгодно. Выгодно, чтобы афганцы убивали афганцев. Выгодно, чтобы лилась кровь простых людей. Они готовы платить любые деньги, лишь бы в Афганистане не было народной власти. Я думаю, что вскоре все последуют нашему примеру и перейдут на сторону народной власти. Скажите, пожалуйста, как вы понимаете, что такое народная власть в Афганистане? Я понимаю это так. Законная власть в Афганистане – это власть народа. Это власть за нас, и она для нас. Те, кто выступает против народной власти, против правительства, выступают против своего народа, против всех нас. Почему тогда вы так долго выступали против этой власти? Американские инструкторы нам говорили, что стоит нам сдаться, как нас сразу же расстреляют. Нас обманывали. Мы не знали ни об амнистии, ни о том, что народная власть предлагает нам мир.